После реконструкции, которую завершили в мае 2019 года, здание на Тухачевского 226 преобразилось до неузнаваемости. Это стало возможно благодаря Федеральной целевой программе развития судебной системы России на 2013-2020 годы. Раньше недострой был излюбленным местом маргинальных личностей и лиц без определенного места жительства. Теперь в обновленном здании будут работать служители Фемиды. На торжественной церемонии открытия побывала глава города Елена Лапушкина и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. На мой взгляд, очень важно, что мы последовательно на всей территории Самарской области, и городской округ Самары здесь, конечно, не исключением, доводим до ума то, что простаивало, то, что было заброшено иногда десятилетиями. Обновленное здание соответствует всем современным требованиям. Его сделали удобным как для сотрудников, так и для посетителей. Здесь построили новые комфортные коридоры, установили лифты, оборудовали помещения для ожидания, обеспечили доступ в суд для маломобильных граждан. Здесь чувствуется, что, конечно, гораздо-гораздо вот стало нам здесь свободнее дышать, и настроение соответствующее рабочее. Новая система видеоконференц-связи, которую установили в залах, существенно ускорит судебный процесс. В некоторых случаях участникам не придется присутствовать на заседаниях лично. Система ВКС позволяет нам допрашивать лиц, участвующих в деле, через другие суды, которые расположены в других регионах России. То есть районный суд по месту жительства приглашается участник процесса. Напомним, строители привели в порядок не только само здание, но и благоустроили прилегающую территорию. Здесь оборудовали вместительную парковку для автомобилей и разбили зеленые газоны. Можно смело сказать, что суд на улице Тухачевского стал еще одним архитектурным украшением Самары. Анатолий Головко, Максим Гусев. События.